Дороги города напоминают полосу препятствий, пройти которую может лишь опытный водитель. Здесь в ходу любые способы, вплоть до выезда на встречку. Это, конечно же, нарушение. Но для того, чтобы сберечь свой автомобиль, используются любые меры. А что же коммунальщики? Ведь они уверяют нас, что дороги будут приведены в порядок в кратчайшие сроки. Поскольку уже имеются современные технологии, позволяющие проводить ямочный ремонт дорог даже в зимнее время. Проводятся пробные выезды по проведению аварийного ямочного ремонта. Ну, пока полотно еще не готово к этому, тренируемся. Значит, принято решение о приобретении холодного асфальта порядка 2 тонн. Также производится запас сыпучих материалов. Работу коммунальщиков подтвердил исполняющий обязанности главы города Владимир Захаров. Сейчас начинаются для коммунальщиков города Бирска непростые времена. Сразу у нас после зимы эстафетная палочка передается дорожникам. Это и проведение аварийного ямочного ремонта. Пока горячего асфальта нет, работаем асфальтовой крошкой с битумом или холодным асфальтом, о чем сказал Максим Флерович. В пятницу мы провели первый, скажем так, пробный шаг по аварийному ремонту в районе улицы Красная Сибирь. Достаточно удачно. Единственное, что темпы, понятно, что достаточно медленные, но эту работу на этой неделе будем продолжать. И до того момента, когда заработают асфальтовые заводы, можно будет работать горячим асфальтом и увеличить темпы производства работ. На словах вроде бы все гладко. И работы ведутся, и асфальтом ямы засыпаются. А на деле водителям, как по минному полю, приходится проезжать некоторые участки дорог. А это не только время, но и нервы. И конкретного ответа на вопрос, когда же в городе будут отремонтированы все дороги, никто не может дать.